34 человека и 14 единиц техники задействованы на устранении аварии в ЖК «Ракитня». Из-за дождей и таяния снега в Звенигороде переполнилась речка и прорвалась дамба. Под водой оказались дворы и припаркованные автомобили. На месте работают экстренные службы. Специалистам удалось локализовать прорыв с помощью мешков с песком. На данный момент организован отвод от частного сектора, воду откачивают помпами. Ее уровень падает. Параллельно ведутся работы по восстановлению дамбы. Ситуация находится на личном контроле главы округа Андрея Иванова. Есть серьезные вопросы к ответственным лицам, которые принимали решения в те годы, когда этот жилой комплекс строился и вводился в эксплуатацию. Пока правоохранители выясняют, кто виноват в данной ситуации и насколько в районе потопа соблюдались требования законодательства, местные жители делятся кадрами с затопленными придомовыми территориями. Известно, что жилой комплекс был построен на русле речки, и существующие дренажные трубы не рассчитаны на весеннее половодье. В связи с этим практически каждый год здесь происходит подтопление. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».